там Джаксимус. Или скорость передвижения взять. Тут просто не так много скорости. Эта штука теперь совсем мало дает. После ульты скорость Варвику брать бессмысленно. Просто мне хочется ульту откат взять. Так сыграем. Ты блесок и сенья, лапрать по комси. Вроде неплохая идея будет. Стратегически неплохо. Прошика 10 минуте теперь только откатывается. Это грустно. Все, давайте никому ничего писать не будем в игру. И при этом никого не будем... Репорт после игры это не имеет значения. На этом элла они просто... Вы понимаете, что, ну, по факту, это нами, это ее максимальная элла. Она выше не поднимется. Можно там на деньги даже поспорить. Хотя я больше с вами спорить не собираюсь. Вы дауны не заплатили мне за прошлый спор. Поэтому я больше с вами спорить не собираюсь. Прошлый спор я выиграл. Я должен получить 3 скина. Все 3 чека ушли. Никто за скин не заплатил мне. Просто это нами, я больше чем уверен. Вот где она сейчас по элла находится, это ее максималка. То есть выше она не поднимется. Если он будет играть с саппортами. Я сейчас лежу, он саппорт мейнер. Да, это его максималка. Я так для себя просто этот никнейм запомню. Скажи, какой? Что какой? Никнейм? Кларк. Вот у него сейчас голд 1. Он в платину не попадет, этот парень. Я вот абсолютно в этом уверен. Только если его забустит какой-нибудь другой чувак. Это видно, просто он не способен играть вообще в Лигу Легенд. Так что я никнейм его сохраню и потом буду ржать. Добавлю его в друзья и скажу, ну что, хуесос проигрался. Так и будем делать. Так. О, все, изи добавлено. Я скин предлагаю. Так ты же спор не проигрывал. Другие проигрывали. Как бы, хочешь дари, хочешь не дари. Твое дело. И там не было конкретного скина. Любой. Любой, по-моему, от 750 мы цифру назвали. Да мне плевать. Нет, так я говорю, выше не способен играть. Сейчас у него было элла голд 1. Но он играл с ребятами, которые с плат 4 и плат 3. И он не способен с ними играть. Он сливает катки. Следовательно, он не способен дальше подниматься. Это его предел. Такое бывает. Блин, надо было... Короче, я тупанул. Надо было... Так я просто, так просто от души и дари, в чем твоя проблема. Зачем ты спрашиваешь у меня, какой скин? Какой захочешь, что ты подаришь. Я на этом чемпионе буду играть... Скин же будет подарен. Вон на Шака мы сыграли уже 3 игры с тех пор. Всегда Q в начале лучше. Вторая заклинание W. И потом максится W всегда. Если вы гангать собираетесь. Если гангать не собираетесь, берите кушку. Наши супер ловушку устраивают.
Судя по всему, этот отфлешился, но никто из них не кликает. Возможно, мне показалось. Подождите, а куда карту? А? Ничего себе, оппоненты умные ходы делают. Вообще, я большого мог не добивать. Я все на третий левел получаю. По старинке сыграл. Смотрите, сколько я маны потратил из-за этого тарда. Который стоп-лейна не может прийти, меня запулит чутка. Ничего себе, кто ко мне идет, смотрите. У него 20 фарма, значит, он забирал рапторов. Это самый медленный дракон, но его тоже легко забираешь. Самое тяжелое — это забирать Оушена. Я уже много раз про это говорил. Старые добрые времена, из голдашки на варвике выходим. Или сейчас опять у меня кто-то в АФК уйдет. Давайте заранее их замьютим, чтобы не слушать их сообщения. А то я же не выдержу, когда этот Тима напишет мне «Варвик сакс». Меня не загангал ни разу. Я там супер победитель на линии. 11 фарма, преимущество. Но они свапнулись, судя по всему. О, какой дракон. Теоретически мне надо проделать маршрут так, чтобы я мог этого дракона забрать. Вы заметили, что я сегодня во всех играх, по-моему... Даже в последней игре тоже было, вот я сейчас не помню насчет последней игры. В общем, во всех играх получил от кого-то хоноры. Это забавно, но это так. Варвик пиздит киллы. Последний тоже получил. Ну вот, я про это говорю. Я во всех играх сегодня получил хоноры. То есть... Это как раз означает, что я нормально... Даже за шака мне дали хонор. Серьезно. В той игре, где я был на шака, мне дали хонор. Но мне дал хонор тот чувак, которого... Второго все флеймили. Нашего топера, по-моему, да? Там флеймили или джанглера. Нет, джанглера мы все вместе флеймили. Я на флеши зря потратил. Тут краб. Мне вот этим варвик всегда нравился то, что если у тебя агрессивная линия, тебе ботинки нафиг не нужны. То есть, вы видите, я просто бегаю по карте и всех убиваю. Там съел игрока, там съел игрока. Так, насколько я понимаю, я сейчас забираю это, этот появляется. Бэкаемся, берем ботинки.
Да, вон оно. А вы заметили, что я единственный, кто пока убивает? Бэкаемся, берем вот эту штуку и ботинки. Ботинки, наверное, вот эти и будем брать. Подождем чутка. Он на синий пойдет сейчас. Кажется, его моя штука напугала. Я дал W, она его испугала, и он нажал рекол, и мне потом показали, как он уже там. Дракон, 1.5 минуты. Под это надо попасть. Тогда я вот это заберу по пути. А, Шен, надо. А Джакс как туда попал? Ирка не видела, как на нее выходит по варду. Легкий карнаж, ребят. Нажму рекол, чтобы там оказаться. Синий стараешься брать. Смайт синий? Не знаю, замедление на варвике так себе. У меня здесь ульта усиленная, плюс урон уменьшенный по мне. Могу ударить какого-нибудь игрока и меньше урона получить. До конца делаем. Зря я так побежал. Здесь, скорее всего, вард стоял. Но это не так страшно. Им нечем меня убить. Джакс идет меня убивать или Ирелию.
Ой, просто Ирка не хочет воевать. Она прописала стан и начала убегать от Джакса. Вместо того, чтобы воевать, пока он мертвый. Ну, отфлешился я, потому что на мне слишком много денег лежит сейчас, чтобы отдавать это. Какие-то пинкварды начали по карте появляться. Да ладно вам. Блин, а что меня замедлило? Серьезно, меня что-то замедлило, я прыгнул на... Вот видите, какой у меня прыжок? И насколько я прыгнул тогда. Найс, флэш, люкс. У Вардика секрет небольшой, скажу вам, ребят. Главное не семенить. Знаете, да, это слово? Когда вы ногами дергаете... У него это главное не делать. Если вам кажется, что ваш чемпион будет давать автоатаки, ничего не делайте, пусть он бьет. Потому что очень многие игроки за Варвика зачем-то дергаются. За него не надо дергаться. Минимальная механика нужна. У него реально пошаговая стратегия. Хм, странный запах. Как будто газ. Но здесь нигде кухни нет. Может, у соседей. Сейчас взорвемся. Меня лично раздражает варвики, которые всего боятся просто. У тебя там один из самых танковых чемпионов в Лиге Легенд. А ты себя ведешь так, как будто... Куда ты побежала? Что аж вообще нет урона. Лол. А что у него за предметы? Х
КЗ что-то реально, вообще у него не было урона. Ну ладно, не страшно. Мы разменяли себя на 4 килла. Или эйс даже, возможно. Подождите, а почему она W пассивку не накинула? Что-то я, видимо, не знаю про Ирелию. А, там Шен зону дал, ясно. Тогда да. Ну да, под шеновской W там урона от Аши нет. Она что-то просто стреляет, стреляет, стреляет. Я думаю, когда уже это закончится? Когда хоть кто-то умрет. Надо, у нас полный контроль, комплект, так сказать, драконов. Не. Теоретически у них там флешей не осталось. Вот этого парня я могу сожрать. Так, друг, я тебя вижу. Ну ясно, просто. Какого хуя он сюда пришел? Какой-то говна Джакс приперся. Защищайте его. Там Жоня. Об этом я не подумал. Кстати, максить вторым заклинанием не Ешку, а Кушку — нормальная тема. Я обычно максил Ешку. И мне от хила всегда казалось, что не хватает. Ай, это неугомонная комрада. Почему они просто не хотят отойти? Вот чем заканчивается, когда они не хотят отходить. Я так намекну. Знаете, я так брошу эту информацию в пустоту. Может быть, меня услышат. Конечно, это вряд ли, но может быть, меня услышат.
Можем это делать. Вот спокойно можем делать, если подойдут. Но им плевать на это. Леон, ты в курсе, что у тебя есть ульта дальнобойная? От меня он хотя бы оттаунтился, а от тебя что? Чувствую, ребят, очередное поражение. Я не могу им помочь. Они не хотят побеждать в этом матче. Ну вот чем они сейчас занимаются? Я им кликну, может они поймут, что вот там вот не надо находиться, надо здесь находиться. Этого парня это тоже касалось, но он там хотя бы грибы расставил. Ну хотя бы с какой-то логикой это сделал. А можно мы теперь пойдем на Нашора? Воу. Слово QSS не будет нами услышано. Давайте еще раз напишем. QSS. Как бы. Давайте я даже так сделаю. Вот так вот кликну и вот так вот кликну. Может быть, вот при таких условиях он поймет. Тот скажет, ну как же QSS поможет против него? Магресс. И не будет попадать в станы. Мне бы тоже, наверное, QSS надо брать. Но мне нужно еще армор добавить. Этого недостаточно. Тут надо рандуин делать. Куча автоатакеров. Да, наверное, рандуин буду следующим делать. Или Frozen Heart. Сколько у меня хп будет? С Титани Гидрой. Сколько она дает? 400. А, давайте пока так возьмем. А там посмотрим. Момент, когда оппоненты, не собирая QSS, уворачиваются от наших CC-эффектов.
Откуда он здесь постоянно берется, Джакс? Я не понимаю, он только что убил игрока и уже здесь. То есть Джакс какой-то вообще у них дико быстрый. Вот реально прям только что убил игрока. Нам даже сообщили об этом. И он уже здесь. Не, я, наверное, ФХ соберу. Я смотрю, им не хватает урона, чтобы меня убить. А вот резать скорость атаки, это пригодилось бы. Плюс КДР. Ну и осталось только Титаник Гидру добавить. Будет где-то 2800, 2900. А в лейтгейме мой чемпион не чемпион. То есть я как бы ничего сделать лучше не смогу. Как бы я ни старался, лейт я проиграю. И не только я, и Дардош бы проиграл, и Контракс бы проиграл, и Бьорксон, и Карса, кто угодно. Просто чемпион такой. И нет билда, чтобы его прям сделать сильнее. Странно, мы вроде идеально забирали драконов, но все равно не успеваем при калите. Но я про то, что 6 драконов сделать. Чем они там занимаются? Почему мы не заканчиваем? Мы должны были уже закончить эту игру. Хороший ульташ и... А у него нет ТП, блядь, у него нет ТП. Они Кассадина гоняли, никто не гонял Кассадина, Кассадин умер. Тима просто сриколился, вот до сюда дошел, ударил вышку и сриколился. Ебать, такой аутист. Где мне взять денег до последнего предмета? Я могу эту штуку продать, купить Лич Бейн или Тринити Форс, попробовать закончить игру. Кстати, не умер ни разу. Ну-ну. 8 смертей, не умер ни разу. Главное, ни разу не умирать, ребят. Нравится, как они делом занимаются без меня. Перспективные ребята. Сейчас, видимо, тоже гоняется, да? Я просто пропустил погоню. Бля, он... Он просто бесит своими флешами.
как думаете, написать QSS? Воу, друг. Хотел волчат написать QSS. ХП пытается восстановить на рапторах. Ага, теряя при этом больше. Чтобы восстанавливать ХП, нужно иметь лайфстил предметы. Вы видели хоть один лайфстил? А, у него бутерк был, да, бутерк был. Так-то ладно. Я Леону захонорю. Она и драконов фаловила, и вообще молодец. И никого не репортим, помните об этом. Если зарепортить, они сломаются. Что-то меньше натанковал, чем думал.